У меня в руке два спичечных коробка. В одном из коробков есть нечто, в другом пусто. Другой пусто. Я даже сам сейчас не знаю, какой из них какой. Сейчас перед вами будет два оратора, два убеждателя, которые будут убеждать вас в одном и том же, в том, что именно в его коробке находится этот предмет. Этот предмет это, мы пока не будем его называть. Да? Вы посмотрите, вы будете знать, кого этот предмет. Но вам придется убеждать одинаково, сильно, и если аудитория проникнется к вам, к одному из аудитории, придется сделать выбор. Кому поверить, мы проверим, насколько вы были убеждены. А теперь повернитесь. Вот у вас, да? Предмет называют? Вы не называете. Настроение действительно имеет отношение к Новому году, но так получилось, что кроме меня.